Привет, с вами Квантум Магиман, и сегодня мы придумали кое-что новое. Сегодня мы купим машину и отдадим ее тому, кто победит в гонке на такси. Тот, кто проиграет, расскажет зашкварную историю. Смотри, что получится. Мы будем начинать. Поехали! Погнали! Кстати, в описании есть промокод, который можно активировать и получить офигительные бонусы в игре. Играем мы в GTA 5 RP, сервер Вайнут. Все в описании. Начинаем. Поздравляем, вы с покупкой. Ура! Мы не смогли купить машину. Номера. Поехали сейчас куда-нибудь, давай я за руль сяду. Вызовем туда такси, объявим таксистам, что это их приз, который они могут выиграть. А вдруг нам бизнесмен попадется, да? Это бизнес, мне машина вообще не нужна. Да, и так в такси для души работают, для кайфа, да? Да. Понятно, ну тогда им, конечно, машина, может быть, будет кстати, может быть, нет. Агиман, случилась беда. Действительно. В нас врезался раптор, и все. С шестой аптечки меня поднял Агиман. Все хорошо, теперь мы готовы вызывать такси. Вот буквально выходим, сразу давай вызывать. Я надеюсь, сразу приедут какие-нибудь новички, которые только-только начали играть. Посмотрим, как они будут бороться за титул победителя и того, кто заберет эту машину себе. Так, о, ваш заказ приняли, машина скоро будет. Это хорошо. Как думаешь, чей таксист победит, твой или мой? Мне не везет. Я напоминаю, что сегодня мы с Агиманом не рассказываем зашкварные истории, даже если проигрываем. У нас историю рассказывает таксист. Сейчас ко мне таксист приедет и будет тебе зашкварная история со Снюсом. Ну вот посмотрим, какие у людей зашкварные истории. А то мне кажется, я про Агимана уже абсолютно все знаю. Вообще всю его жизнь, всю его подноготную историю. Это трындец. Таксист приехал. Добрый вечер, добрый день. Добрый день. А машина есть у вас? Машины нет, к сожалению. А вы хотите себе личную машину? Зарабатываю, копим на это. Вот смотрите. Какое у меня сегодня к вам есть предложение. Вы можете побороться сегодня за эту машину. Ваша задача просто приехать первым. Заманчивое предложение. То есть побеждаешь, смотри, машину забираешь себе вот эту вот. Проигрываешь, рассказываешь историю из жизни, за которую тебе стыдно, и ты бы ее никому никогда не хотел рассказывать. All in, как говорится. Согласен? А видеозапись будет этой истории или нет? Ну, конечно, будет. Но компромат это не будет в формате компромата распространяться. Очень, скажем так, как переполняет эмоции того, что буквально, наверное, минут 40 назад вот данного гражданина я видел видео на хостинге. Скажем так, прилетел в штат ради вас, вот, скажем так, даже. Вот, я надеюсь, победишь ты. Абсолютно и никак иначе. Если ты проиграешь, это просто будет трындец. Я правильно понимаю, что это все будет на видеохостинге? Конечно, вот там, где вы сегодня ролик смотрели, там же этот ролик вы обнаружите. Вернее, ты, прошу прощения. Ой, сколько там людей потом будет надо мной угорать. Хера себе, ты посмотри, ко мне ноль. О, нормально, гражданин ноль, здравствуйте. Какой ноль? А, ноль, ебать. Смотри, у меня вопрос к тебе есть. Ты давно в штате? А, не. А машина есть у тебя своя в штате? Ну, короче, за 4К что? Хотите повысить класс машины и пересесть вот на эту прекрасную BMW? Хочу. Смотри, тогда мы принимаем тебя в наш конкурс. Если вы проиграете, что вы сделаете? Ну, расскажу зашкварную историю. Да, как тебя зовут? Эван. Будем знакомы. Агиман, камера включена? Да, GoPro. Отлично, едем без срезаний. Никакого мухляжа, только спортивный, здоровый гонка у нас получается. Стартуем. Это через 3, 2, 1, поехали! Погнали, брат, погнали, давай. Ну все, Даня, не косячь, не врезайся, и новая BMW будет твоей. Приедешь первым, бэха твоя. Типа, где ты еще на халяву за 5 минут бэху залутаешь, правильно? Только у нас. Блин, я не знаю, я одновременно хочу, чтобы ты выиграл, чтобы ты проиграл. Да такие, знаешь, двоякие чувства непонятные какие-то. Поэтому все же тебе нужно просто обогнать его, чтобы он рассказывал твою историю. Давай. Вы че? Азот заюзали? Хуже будет. Что за дерби? What the fuck? Вы что устроили? Нормально. Что происходит? Семки передай в окно, квантумец. Лови. Не поймал семку? Давай семку. Слэш ми кинул семку. Слэш ми поринял семку. Нормально, хорош. Слушай, хорошо идешь. Ты можешь забрать эту BMW? Не может он забрать BMW, мой парень заберет BMW. Пока что все у тебя идет хорошо. Ой, тут какая-то движуха нездоровая. А куда они уехали? Не знаю, главное, мы выиграем. Где мы вообще? Где мы? Ты видишь их? Куда они делись? У них какая-то беда произошла, мне кажется, они не выиграют. Что-то тебя жестко, да, расплющило?
Да, блядь. Как вообще у него шансов нету? Ну, я их вообще не вижу. Слушай, притормози, где они? Не-не-не. Победа самое главное. Главное, Данила победа. Не могут проиграть. Понятно. Нет, просто если их выкинуло, это будет не совсем честно, и придется нам ехать заново, если их выкинуло. Я просто не понял, куда они делись. Тут какой-то жесткий пролаг был, и они куда-то пропали. Ёбаный в рот. Забись, блядь! Ай, бляха, муха! Вон тумец, у меня таксист умер насмерть. Он прям умер? Он разбился? А, ну тут как бы это его ж вина. Это его вина полная, да. Ну, я думаю, что было бы справедливо и честно, чтобы он пристегнулся, и гонка была справедливая вот такая вот. Так, а это же его проблема, что он пристегнулся. Ну, с твоим опытом, я думаю, ты выиграешь снова. Ну, ладно. Заезжайте на парковку, где машины синие стоят. А Гиман, а вы в конец парковки проедете, чтобы было честно все. Окей. Ну, потому что вы отстали, скажи ему. Так, у нас второй старт. Все пристегнитесь, не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Все пристегнулись? Да. Отлично, стартуем через 3, 2, 1, поехали! Поехали по тому же маршруту. Даня, не подводи. У тебя все было хорошо, у нас небольшая фора есть. У тебя появился второй шанс, реально, второй шанс. Ты прикинь, как мы тебя сейвим, а ты думал, что мы тебя наебываем. В целом, ты реально претендент на победу. О, они уже отрываются. Вернее, мы урываемся. Неплохо. Тебе еще повезло, капец, конечно, что тебя с первой аптечки подняли. Я на Квантума 6 всрал. Они отстают безнадежно. Хотя сейчас будет серпантин. Ты как-то не волнуешься, все нормально? Нет. Уверены в себе. О, хорош, да потихоньку сближаемся. Слушай, они нас догоняют. Они как будто бы ближе становятся. Нет, ну ты должен победить по-любому. Тут не дано другого. Тачка твоя. Аккуратно тут проходи, этот коварный поворот может развернуть. О! Хотели догнать, но по итогу стали еще дальше. Ну что ж ты... Все нормально, не волнуйся, не волнуйся. Газуй, 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 газуй. Да, Эван, наверное, расстроился. Будет он ездить на машине за 4000. Ну, ты с профессионалом просто едешь. Почаще бы таких встречать. Прям реально, даже ни во что не врезался. Не знаю, они там опять погибли, что ли? Не, их видно. Будем надеяться, что их там, не знаю, раптор какой-нибудь собьет. Я в штат прилетел ради тебя только. Вот, отлично. А промокод использовал, бонусы получал? Конечно, конечно. Вот, с ним поприятнее начинать, когда что-то за душой есть. Так-то все, мы финишировали, поздравляю тебя, красава Даня. Давай, нет, надежды нету, я... Проклятый, я проклятый, понимаете? У меня шансов нету на победу, а у моих водителей тем более нет шансов на победу. Ну не все, братан, что поделать. Ништяк. Выходи, мы сейчас слушаем зашкварную историю, потом едем за твоим призом. Эван, пойдем, к сожалению, я. Немножко ты не доехал. Немножко да, не парню, победил. На ход ноги накинул. Вот, мы ждем от тебя зашкварную историю. Рассказывай нам историю. Мы все ее вместе послушаем. Я один раз другу в рот насрал. Это сейчас... Реально? Это слишком криджовая история. А подробности будут? При каких таких обстоятельствах? Ну, короче, мы отдыхали, короче, а он заснул. Я очень много пахал в этот день. Еще с арбузом, с косточками. И, короче, уже ночь, 3 часа, блядь. И, короче, я хочу срать, но у меня в туалете дверь была... Ну, короче, она не открывалась. Я подхожу к другу и насрал в рот. А как отреагировал друг? Я хочу поинтересоваться. Он проснулся, и он был таким. А можно фамилия, отчество друга и ссылку ВКонтакте? Это правда или это неправда? Я сейчас не понимаю. Не, это правда. А сколько другу лет? 16. И он тебе вообще в ответ ничего не сказал и не сделал? Он меня... Трындец у вас компания интересная получается. Один в рот, блин, ходит, другой бьет его за это. Ну хотя правильно. Это жестко, Эван. У тебя прям такая жесткая реальная история, за блин, которую. Квантум, в следующий раз к тебе на ДРЭ поеду, жди новую зашкварную историю. Не обижай Хилдора, пожалуйста, Агиман. Эван, спасибо тебе. К сожалению, ты проиграл, победил у нас Данил. Поздравляю тебя с победой. Поехали на место старта, и мы передадим тебе твой приз. Эван, хорошего дня. Спасибо за участие. Не, ну я могу сам историю рассказать, если надо. Ну, а если хочешь, есть желание, можешь нам свою зашкварную историю рассказать, пока едем. Лет, наверное, 5 назад, скажем так, была
интимная связь с дамой. При неудаче в таком обстоятельстве, в порывах всего этого, был, скажем так, небольшой толчок в нижнюю часть тела. В итоге девушка, скажем так, немного обделалась в этот момент. Я себе ты что, и в жопу запихал? Нет, нет. Охуенный у тебя первый опыт. Это что за жесть? Это реально. Эта ситуация реально была. То есть, короче, ну, типа... короче, рассказываю тоже, когда к вам то место сразу. Я, короче, когда приехал в учебку, в учебке, типа, делится общага на женскую и мужскую. И, как бы, мы были в мужской общаге, мы все, то есть, все обустроились, легли спать, утром просыпаемся, в душе насрано, а рядом презерватив валяется. А кругом одни мужики, соответственно, баб у нас не было. Вот и думайте. Это специально, чтобы, знаешь, такую смуту ввести, сделали. Да-да-да. Вот он, твой приз стоит. За $1 передавай ее. У оппонента это действие заблокировано. А что пишет? Вы почему-то не имеете больше машин, не имеете. Ну, у тебя, значит, есть уже одна машина. Слей ее просто на... А можешь его мне продать? Попробуй его мне продать. К сожалению, только с 3-го года штата. Понятно. Короче, Агимат, нам, походу, придется ему наличку передавать, а эта машина уйдет следующему игроку. Так, ну тогда давай мы тебе передадим наличку. Эта машина в салоне стоит 700 тысяч. Покупали мы ее за такую стоимость, поэтому передаем тебе сейчас наличкой 700 тысяч. Подтверждай. Спасибо вам большое. Все, 700 тысяч. Теперь ты можешь купить себе вот эту замечательную BMW в салоне, ну или же купить что-то на свой выбор. Ты победил. Спасибо. Хорошего тебе вечера, дня, настроения. Пока, мы поехали. До банка не докинете. У тебя пикадор есть. А, точно. Поехали. Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо, пацаны. Это такси зашквара в GTA. Новая вариация, как она тебе? Пиши в комментариях. Или, может быть, старая тебе нравилась больше. Какая тебе больше понравилась? Квантум Агиман были с вами. Спасибо за просмотр. Кстати, в описании оставлю промокод. Используй его. Активируй нажатием на клавишу M. Далее меню персонажа. Нажимаешь на шестеренку и в разделе промокод вводишь промокод из описания. Получаешь офигительные бонусы при старте. Квантум Агиман были с вами. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.